На крыльце молодежного центра «Химик» будущие мамочки встречают почетного гостя. Участницы областного фестиваля «Мама-фест» перед началом состязаний успевают пообщаться с главой региона и сфотографироваться на память. Второй в истории Омска фест, посвященный прекрасному периоду в жизни каждой женщины, состоялся 31 мая. В фойе «Химика» в рамках мероприятия прошла выставка товаров для мам и малышей. Работал консультационный центр по вопросам материнства. А на сцене прошла сама конкурсная программа, которой 15 участниц готовились задолго до этого дня. Они ходили, плавали в бассейны, занимались йогой и участвовали, снимали видеоролик, снимали свои видеоролики. Было все очень интересно, и у них все это насыщено. Вчера вот они прямо перед накануне сегодняшнего дня писали о том, что какая жалость, что это все заканчивается. В самом начале фестиваля глава региона Виктор Назаров пригласил будущих мам на уникальную тактильную выставку в музее Врубеля и пожелал участницам победы. У нас с вами основная большая задача – это вырастить достойных, хороших людей, которые в жизни бы оправдали наше доверие и наши чаяния. Выше бумажных цветов, как же легко это все разрушить. Участницам предстояло пройти несколько испытаний. Конкурс-визитка, конкурс видеороликов, дефиле, конкурс ПАП и групп поддержки. Кстати, в зале также присутствовали участницы прошлогоднего фестиваля. Мы практически полным составом прошлогодним сегодня здесь. Очень любопытно посмотреть по ту сторону сцены, как это все выглядит. Вдохновленная вот моим личным примером, сегодня здесь участвует моя подруга. Я уверена, что нынешние участницы достойно примут нашу эстафету. И вообще, конечно, благодарность организаторам, потому что такие праздники делают беременность, ну, более счастливой. Пропаганда семейных ценностей, материнство и детство, образы счастливой семьи, ожидающие рождения ребенка – то, на что ставят организаторы фестиваля. Министерство по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области, компания «Я Амичка», Министерство здравоохранения, санаторий «Рассвет» планируют в следующем году привлечь к участию мамочек из районов области. То, что здесь мы видим, все мамочки, они очень довольны, очень счастливы. И самое главное, что с ними рядом семья. И от этого, я думаю, что тот ребенок, который родится, он будет счастлив, потому что нет ничего дороже семьи. Долгожданный момент подведения итогов и жюри оглашают победительниц в нескольких номинациях. В результате испытаний третье место и звание «Мама вдохновения» завоевала Зульфия Савина. На втором оказалась Ольга Васильева. От спонсоров она получила в подарок автокресло. А первое место, звание «Супермама 2015» и главный приз – коляска – достались Ирине Кобзеевой. Главный трофей – диадема ручной работы от Татьяны Жаровой. Очень радостно, очень приятно стать победительницей такого замечательного конкурса. Он сплотил не только нас, наш беременный коллектив с девочек, но и сплотил еще и мою семью. Потому что съемки видео, подготовка, конкурс ПАП. Муж принимал такое участие, что мы полюбили друг друга еще больше. Мы поняли, какие мы друг у друга молодцы. Мы ждем второго ребенка, и вот эта беременность, она уже гораздо ярче. Этот фестиваль раскрасил такими красками мои беременные будни. Я очень рада. Мама.